это было некоторое ошеломление от того, что я увидела мир абсолютно иным, не таким, каким видела его раньше. Это как будто ты где-то блуждаешь в сумерках какое-то время, и потом вдруг перед тобой включают фонарь, и ты начинаешь видеть все, что происходит вокруг, начинаешь понимать это, получаешь ответы на свои вопросы. Да, ты не всегда готов к этим ответам, но это очень классное состояние, непередаваемое. Я чувствую, что любви у меня стало больше, безусловно. Это тоже очень такое необычное для меня чувство. Не когда ты любишь кого-то конкретно, а ты просто любишь все вокруг, всех вокруг. И очень значимый для меня результат – это такое усиление, может быть, даже появление любви к себе. В апреле прошлого года я взяла сессию у одной из ее учениц. На тот момент я еще не пробовала этот хилинг на себе, но уже знала, что хочу этим заниматься сама. И после сессии я подписалась на Юлю, посмотрела ее аккаунт и поняла, что мне сюда. На самом деле поиск инструктора был довольно длительным. Наверное, несколько месяцев я смотрела аккаунты разных людей. Сначала подписывалась, читала, вдохновлялась, потом понимала, что человек транслирует не то, что у него есть внутри на самом деле. И меня это смущало и отталкивало. И я уходила в следующий поиск. И вот когда я нашла Юлю, посмотрела ее посты, посмотрела ее эфиры, я поняла, что это тот человек, который транслирует именно то, что на самом деле знает, умеет, внедряет в свою жизнь. То есть на нее смотришь и веришь ей безоговорочно, что да, то, о чем она говорит, действительно работает. И сейчас, уже пройдя несколько курсов обучения у нее, я понимаю, что я не хочу ни к какому другому инструктору. Ну, только если это не будет сама Виана Стайбл. Потому что настолько структурирована, настолько четко подается информация, что ну, большего просто и не нужно. И еще мне очень нравится тот момент, что такие даже ну, эзотеричные, да, скажем, вещи Юля подает с максимально научным подходом, с максимально обоснованным, с примерами, с фактами, с какими-то объективными такими моментами.